Президент Владимир Путин сегодня прибыл в Южный федеральный округ, где встретился с представителями общественности Крыма и Севастополя. На встрече подняли проблему сохранности археологических объектов на полуострове, привлечение специалистов и финансирование работ. Глава государства пообещал помочь в восстановлении и сохранении исторических объектов Севастополя, связанных с обороной города. Директор музея-заповедника Херсонес-Таврический Елена Морозова обратилась к президенту с просьбой помочь решить вопрос финансирования исследования береговой линии у Херсонеса и создания проекта берегоукрепления. По ее словам, на сегодня Черное море уже съело порядка 200 метров территории вдоль берега. Конечно, нужно уделить этому особое внимание. И я переговорю обязательно с Министерством культуры, с Министерством финансов. Даже не сомневайтесь, мы это не бросим, не оставим. Будем над этим работать. Определение, сколько нужно денег, много. Ответ недостаточно. Нужно все посчитать как следует, потому что все-таки это деньги государственные, и они любят счет такой конкретный. Поэтому, но то, что мы будем заниматься этим, даже не сомневайтесь, обязательно будем это делать. Спасибо огромное.